о рассмотрении проекта решения о прекращении досрочно полномочий депутата городского совета Хангишиева Мурада Камалудиновича. Пожалуйста, Ольга Владимировна выступает. Уважаемые депутаты, поступило в городской совет заявление об отставке по собственному желанию нашего коллеги Мурата Хангишиева. В заявлении говорится, оно у вас приложено в раздаточном материале, просьба рассмотреть в отсутствие депутата его заявление. Он просит добровольно сложить с него полномочия депутата. Также вам предлагается проект решения о прекращении досрочно полномочий депутата. И предлагаю данный проект решения рассмотреть и вынести на сессию. Так, понятно. Понятно. Так, заявление есть? Копия, да? У меня есть. У вас есть, коллеги? Есть. Ну, подготовлено по форме. Все понятно. Так, причина собственное желание. Значит, в его отсутствии есть заявление рассмотреть данный вопрос. Это тоже принимается, да, порядком нашим. Поэтому какие будут вопросы к Ольге Владимировне? Да. Мурат приходил, мы разговаривали, он говорит, что да, я хочу по собственному желанию сложить полномочия добровольно. Мирон Петрович? Ваши коллеги, вы не знаете, да, по причине? Ну, желание. Желание человека прежде всего, да? Конечно. Против желания куда мы? Ни туда и ни сюда. Все правильно. Так, еще вопросы к Ольге Владимировне? Уточнения какие-то? Нет? Тогда есть предложение принять заявление за основу, и мы это решение выносим на сессию, да? На очередную сессию горсовета вынести данный вопрос от имени комиссии. Нет возражений? Прошу проголосовать, кто поддерживает данное решение, кто против, кто воздержался. Принято единогласно.